Сержант Беккет, судя по моим датчикам, Альма совсем рядом с вами. Вы, наверное, чувствуете симптомы ее приближения. Галлюцинации, головная боль и все такое. Вы должны сопротивляться ей. Я изучил данные. Я полагаю, что Альма осознала ваше присутствие в тот момент, когда вы вошли в КТП. Теперь ее тянет к вам. Можно даже сказать, что она жаждет вас. Она сама жажда. Вы как халявная пицца на слете фанатов аниме. Она чувствует ваш запах и хочет вас поглотить. Ну все, приехали. Вряд ли я буду скучать по твоему жилу в моей жопе. Пока ты весь внимание, позволь мне кое-что показать. Это место построил некий Харлайн Вейт. Это он разработал программу по созданию лодок. Марионетки. Продукт генной инженерии, подчиняющийся приказам командиров-телепатов. Совсем охренели. Эта мерзость должна была стать одним из таких командиров. Когда-то он был простым воякой, вроде нас. Но видишь ли, превращение в хорошего командира берет свое. Если правильно усилить телепатические способности, это существо может управлять лодами. Но при этом он ушел так далеко, что контролировать его самого не может никто. На войне пользы не будет, но там сейчас мне пригодится. Хочешь, я тебе это покажу? Шестая группа обнаружила резерв в паре километров отсюда. Они считают, что она служит в лаборатории. Значит, пора нанести. Мендес, закончи здесь дела. Я не хочу, чтобы кто-нибудь выкопал в этой дыре хоть что-то, связанное с национальным проектом источника и прочим бредом. Ты понял меня? Я этим займусь, сэр. Ну, пока. Увидимся в отеле. Фонарик! Обнаружена цель. Я нашла кое-что во внутренней сети. Кажется... Беккет, слава богу, ты жив. А ты волновалась, Стокс. Он парень крепкий, как я. Беккет, Киган и Мэнни уже в пути. Встречаемся на стадионе. На улицах сплошные завалы. Действуем по обстановке.